Вперше я радий, що, пане Романе, ми показуємо не свіжий удар, але свіже горіння. Суть в чому? Вчорашня приліт БПЛА по місту Азов Ростовської області. Там нафтобаза далі горить, пане Романе. СБУ підтверджує, що 22 резервуари з паливом було вражено. Ну і вже більше доби окупанти не можуть ліквідувати цю пожежу. Вчера говорили, ее затушить невозможно, толком ее и тушить не будут. Водой ее не затушишь, а столько пены у россиян в одной точке точно не будет. Потому, скорее всего, они или обвалованиями, или определенными действиями отсекут огонь, и уже после того, как полностью все прогорит, после этого попытаются убрать следы пожара, ну то есть как-то зачистить территорию. Другого варианта нет, потому сколько там нефти было, она пока вся не прогорит. Будут россияне сходиться, греться ночью, хотя там, наверное, уже тепло, но тем не менее у них этот механизм работает, на шару где-то погреться. Потому это те санкции Малюка-Буданова, которые дают еще и россиянам определенный положительный момент. Вот можно сэкономить на тепле, так это точно. А зараз попрошу наших глядачів поставити обов'язково лайк, прокоментувати свою реакцію, підписатися, тому що, пане Романе, з'ясувалося, от Осієнте спільнота Мольфар проаналізувала всі найбільші НПЗ і нафтопереробну галузь Російської Федерації. Вони з'ясували, що там величезна кількість є інвесторів і власників бізнесу з інших країн, наших партнерів. Це США, Франція, Великобританія, Німеччина, Японія, Італія. І тут я пригадую, пане Романе, слова Ллойда Остіна, очільника Пентагону, що, мовляв, Україна, шукайте якісь собі інші цілі, окрім НПЗ. Так, в Росії все так, от, по частям спеціально продано якраз тим странам потенціальним, які могли б нам допомагати в війні проти Росії. Це така економічна, інтересна внутрішня експансія. Тобто вони відіграли в такому режиме серьезной международной проститутки. То есть раздали всем и вся, а теперь начинают требовать защиты, так сказать. И вот у нас проблема с этим была. Однозначно была проблема, пока наши генералы, то есть руководители спецслужб, ссылаясь на единственный, в принципе, документ для них по жизни, то есть план практически, как у всех военнослужащих, это офицеры, присягу данную народу Украины сохранять суверенитет, территориальную целостность. А суверенитет как раз подразумевает отсутствие внешнего управления, потому, скорее всего, поколебавшись несколько недель, стали такими непокобелимыми генералами и начали, вернее, продолжили дальше налаживание санкций Малюка-Буданова. Я почему специально об этом говорю всегда, то есть как мем уже это идет, санкции Малюка-Буданова, потому что два генерала чуть ли не сами приняли решение. Им никто же остановить их не может, если они вот так начинают работать. Это тогда надо поддерживать народу Украины, наших генералов, чтобы никто к ним близко не подошел, пока не выполняют свою боевую задачу, включая в том числе и внешние механизмы управления. Однозначно будут ставить им палки в колеса. И Буданову, и Малюку, сейчас вот мы уже видим, и Сырскому начинают искать, пропихивать, где-то можно его остановить, а то еще и как-то подвинуть на некоторые действия, опять же, вопреки данной народу Украины присяге. Потому суверенитет, территориальная целостность, пока не будет уничтожен враг, пока не выйдем на границы Украины, не восстановим территориальную целостность, суверенитет в том числе надо восстанавливать, потому что слишком много уже начинают к нам в управление государством пропихиваться со своими уставами внешние силы, уже и земельку нашу решили подобрать в наши недра, ну и поруководить системами, которые управляют государством. То есть здесь очень много работы, впереди еще очень много работы для военных и на внешнем фронте, и на внутреннем в том числе.
Пане Романе, власне, зараз ще про Сирського згадаємо і про фронт. По вчорашніх прильотах аналітики Інституту вивчення війни, ми з вами вчора згадували, вони проаналізували, що і підтвердження від нашого Генштабу, що від 31 травня, тобто 31 травня і 18 червня, двічі наші сили оборони застосували ракету «Нептун» нашу, удар по Чушка вчора селище, і вище трішки 31 травня був удар, власне, по порту порту Кавказ. І от, власне, аналітики кажуть, що це може бути заміна атаки МС на 300 кілометрів, тому що ці от «Нептуни» дістають ці от позиції ворога на відстані 250 кілометрів. Это вот как раз я Засыльского не просто так вспомнил. Как раз принимает решение на работу ракетчиков, то есть это ракета как раз Сырский, то есть Генштаб в этом смысле. Потому уже и Сырский включился в эти санкции. Удары были нанесены по порту и по нефтетерминалу. И удачные довольно-таки удары ракетами. Вопрос в количестве, конечно. Надо производить. У нас есть хорошая своя ракета «Нептун». Дальность 300 километров. Ее можно увеличить, если опять же подшибать те ручонки, которые загребущие, которые сейчас пытаются пригрести КБ-луч. Так вот, если их подшибать, то КБ-луч может еще и увеличить дальность полета этой ракеты до 500 километров. Там есть технические возможности. Ракета очень хорошая, это базовая эта ракета Х-35, Х-35У. Старая советская ракета, на этой базе, по большому счету, ее можно дотянуть до дальности до 500 километров. То есть, опять же, КБ-луч. И вот принятие решения Сырским по ударам этой ракеты по российской территории. Это второй удар по российской территории нашими ракетами. Это такой большой привет Белому дому, который не дает нам возможности работать 300-километровыми атакамсами по российской территории. То есть надо увеличивать производство этих ракет. Но опять же, опять возвращаемся к тому, с чего начали, к Умерову. То есть к министру обороны, который этим вопросом абсолютно не занимается, по крайней мере, в промышленных масштабах. Потому что эти ракеты должны быть в промышленных масштабах поставлены на поток и выполнять боевую задачу. Пусть 300 километров, пусть 500 километров, но это как раз тот радиус, который для нас очень важен. У россиян на этих дальностях расположены большинство тех аэродромов, с которых взлетают те же Су-34. Это основные сейчас самолеты, которые участвуют в бомбардировках теми же КАБами. То есть это одно за другим тянет такая цепочка этих случайностей, с одной стороны, а реально выстраивается в общую цепочку причинно-следственных связей. Причина у нас большая, проблемная, политики, которые лезут к военным. Вот как только по политикам руки подшивать, чтобы занимались своими политическим навозом и не лезли к военным, вот тогда у военных получается выполнять боевые действия. А как только военные начинают выполнять боевые действия, посылая политиков по курсу русского корабля, политики пытаются выдавить военных из руководящих должностей. Мы это уже прекрасно видим. Неоднократно у политиков это получалось. С ухудшением ситуации на линии фронта. Почему? Потому что любая команда, какая бы она хорошая не была, когда заходит на управление войсками, это несколько месяцев, по крайней мере, пока в это управление уже войдет и начнет эффективно работать. И вот эти передвижения, попытки заместить или сдвинуть наших руководителей, которые очень хорошо себя показывают, мы же это прекрасно видим и понимаем их позиции по ведению боевых действий, по окончанию войны, по развалу Российской Федерации и так далее и тому подобное. Мы неоднократно об этом говорили. Потому политикам надо поставить строй. Лучше как раз подставить строй. Повесить амбарный замок на Верховную Раду, на канцелярию. И все ушли на фронт. И вот самый оптимальный вариант, как вылечить политикум Украины от ненужных действий. Ми ще згадаємо, пане Романе, і про політиків, і про поліціянтів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Але по оперативці цієї ночі летіло 21 безпілотний літальний апарат в напрямку України, 19 збито. Ну і нетрадиційно, так, долетіли вони до Львівщини. І повідомляє тамтешня влада, що є начебто ушкодження і травмовані українці.
ну, даже два беспилотника, которые прошли, выполнили боевую задачу, это 50 килограмм боевая часть, однозначно будет нанесено поражение. Хотя результат, ну, довольно-таки неплохой. Все-таки с 21 19 было уничтожено. Бывает, что иногда при уничтожении тоже падают и наносят поражение на земле. Пусть не цели, но, по крайней мере, жилого фонда нашего, и гибнут или ранятся наши люди. Но сама по себе статистика, в принципе, неплохая. То есть в этот раз Олещука можно похвалить как руководителя системы противовоздушной обороны. Мы несколько раз говорили про него, как не готов выполнять по профессиональным обязанностям своим базовым вопросы решать летной подготовки. Ну вот как раз то, что касается ПВО, у Олещука это неплохо получается. Пане Романе, власне, тимчасово окуповані території, Олександр Панченко, це ветеран АТО і пенсіонер Міністерства внутрішніх справ, каже, що насправді величезна кількість колаборантів серед силових структур на тимчасово окупованих територіях. В 2014 году десятки тисяч как раз правоохранителей перешли на російську сторону. Тобто прыжки переобулись в російську фуражку. Меня в Донецке сдавали менты донецкие грушникам Бородая, которые заходили тогда в Донецк. Это привет большой тем, кто там рассказывает сказки о том, что не русские начали войну на Донбассе. Россияне зашли, Бородай, ГРУ ГШ 58-й армии, а менты сдавали всех настроенных проукраинских граждан, ну, естественно, тех, которые были вовлечены в некоторые силовые действия, в том числе конкретно менты. У ментов были на руках личные дела, у ментов были определенные механизмы контроля жизнедеятельности, естественно, проживания, контроля переговоров, движения, контактов и так далее и тому подобное. Так вот, менты со всей этой базой данных переходили к россиянам. Естественно, после этого начинались репрессии, после этого запустилась изоляция в том же Донецке. Ничего не поменялось в 22-м году. Один в один то же самое. Опять же, куча ментов, тысячи ментов перешли на сторону врага. Опять же, с чем? С теми же списками проукраински настроенных граждан. Естественно, они были сданы российскому ФСБ, и после этого некоторые погибли в застенках российских спецслужб. Кстати, включая, опять же, этих же самых ментов. То есть, почему и большой вопрос, дело не в ментах как таковых, дело вообще в правоохранительной системе украинской. Она вдоль и в поперек прогнила полностью, причем такой этой российской гнилью. И ее зачистить можно либо изнутри, если это какая-то маленькая структура. Вот, допустим, у службы безопасности, у контрика, у Малюка это получилось. Опять же, сколько они этого навоза изнутри повычищали. До сих пор, кстати, чистят. Но они, по крайней мере, изнутри. Но там маленькая все-таки система. Там несколько десятков тысяч человек, офицеров, которые, в принципе, их можно практически всех прогнать через те же полиграфы и как-то зачистить. А как вы зачистите, допустим, 300-тысячную армию МВД? Вот как ее? Не хватит графологов, не хватит этих всех механизмов. Потому надо однозначно МВД как таковое распускать. Там они же собрали в себя кучу несвойственных себе функций. Забрали себе пограничников, МЧС, Нацгвардию. То есть это все надо разворачивать и ставить в строй вооруженные силы Украины. Там быстро все зачистится, особенно проходя через линию боевого соприкосновения. Там тут же будет понятно ху из ху. Естественно, главное управление нацполицией, та же картина. То есть она в системе Министерства внутренних дел. То есть та же самая картина, надо запускать там через по 10-20% через службу в вооруженных силах и больше забыть за саму идею, чтобы у нас в правоохранительных органах не служили люди, которые не служили в вооруженных силах Украины и у которых по локоть руки не в крови российских оккупантов. То есть только такой механизм, потому что непонятно, кто у вас
останавливает в городе, вот на каком-то из блокпостов, останавливают менты, предъявите документы и так далее и тому подобное. До завтра они с этими документами, с вашими данными уже будут у россиян, и будете ловить или калибры и кинжалы по своим домам, или сами окажетесь, если, не дай бог, россияне двинутся, окажетесь в застенках россиян. Поверьте человеку, который изоляцию прошел, там точно не сахар. Потому есть большой вопрос к ментам, причем такой основной, чуть ли не за эти 10 лет, в конце концов, этот монстр МВД, он должен быть распущен, разрушен. Там есть, появились уже некоторые такие ростки, из которых может вырасти, в принципе, нормальное дерево правоохранительной системы, тоже ГУНП, то есть Главное управление нацполиции. Там до сотни тысяч человек, которые, если пройдут или будут приниматься через службу вооруженных сил Украины, в принципе, к ним может быть еще доверие. А все остальное – это просто монстр, которого не должно быть. Потому, чтобы там 300 раз в одну и тот же навоз не вступать, надо решать, в конце концов, с этим монстром. Решать его, в принципе, порешать его и забыть за то, что он вообще есть. Опять же, генераторы идей перенести свои данные там в ТЦК и данные, допустим, там родственников или там отцов, матерей, где живут, вот те позиции в законах, которые сейчас заставляют людей оцифровываться, то есть вот эта система ДИА, та же самая картина, то есть оцифровали практически каждого человека, а эти данные могут кто угодно передать этим же россиянам. И потом ловите к себе либо кинжалы по вашему жилищу, по вашим адресам, либо диверсионно-разведывательные группы, либо, если россияне двинутся, будете в изоляциях. Ну, то есть таких. То есть эти механизмы, они до сих пор не остановлены. Они дальше проворачиваются. Потому встреча на улице с любым из правоохранительных органов может закончиться потом в застенках российских ФСБшных структур. Вот это в этом проблема большая. Потому я когда всегда говорю, что у нас должна быть израильская система построения исполнительной, как минимум исполнительной, а лучше еще и политической власти, законодательной власти, и судебной, кстати, это тоже должно касаться, только через службу в вооруженных силах Украины. Причем вот показали руки в российской крови, вот тогда становитесь в строй. Если этого нет, до свидания, идите дорабатывайте. Значит, недостойны, по крайней мере, управлять этим государством. Пока этого не произойдет, пока будет большущий негатив к Министерству внутренних дел. Пане Романе, і по лінії бойового зіткнення є зміни. Наші бійці кажуть, що відвоювали позиції в районі населеного пункту Липці і рухаючись до Глибоке. Я так розумію, що повністю зав'язли тут росіяни. Наші також оборонці кажуть, що наразі наступальні дії з боку ворога мова йти не може. Але, з іншого боку, з третьої штурмової воїни кажуть наступне, що ворог застосував, зараз активно застосовує танкові підрозділи в напрямку на Борову. Минулого року, я пригадую, в липні вони намагалися тут просуватися біля Новоєгорівки. Тепер от вони намагаються просунутися в напрямку Чернещина і Першотравневе з метою йти на Борову. Чому знову Борова? Чому їм так потрібно і так вони хочуть зайти саме в цей населений пункт? Ну, если смотреть по линии фронта, так вот пройтись быстро, допустим, те же Липцы и вообще направление Харьковское. Мы как-то говорили, россияне попали на этом направлении, ресурсный капкан, так называемый. То есть того количества сил, средств, которые были выделены на выполнение боевых действий на ширине фронта в 80 километров, явно недостаточно россиянам. И им надо будет принимать решение сейчас перебрасывать резервы с Восточного фронта или с, допустим, Запорожского или Херсонского. Они, в принципе, это уже сделали. Части морской пехоты 810-й, 61-й, 155-й бригад морской пехоты переброшены сейчас в экстренном порядке, переброшены как раз на Херсонское, на Харьковское направление. То есть они усиливают, пытаются усилить, понимая, что наше движение в обратную сторону выбросит их за пределы Украины на этом направлении. Мы же можем не остановиться, там до Белгорода, в принципе, рукой подать.
Поэтому они это уже делают. То есть давление туда наших войск по Харькову может как раз вынудить россиян снять часть резервов с Восточного фронта и ослабить давление именно по Восточному фронту. Есть один из механизмов, то есть запущенный механизм россиянами еще в прошлом году давления на Луганском направлении, это все-таки Купинско-Лиманское направление, так называемое, оно вроде как Харьковская область, там полоска Харьковской области, угу. Боровая в том числе, да, но это Луганское направление, полоска между Осколом и Луганской областью. Купинск, Боровая и Лиман это Харьковская область. А вот со стороны Луганской области они сейчас пытаются выдвинуться к Боровой, это чуть севернее Макеевки, Луганская Макеевка, вот вы сейчас назвали, да, эти населенные пункты, это чуть севернее Макеевки, они будут пытаться, там как раз тройка наша стоит, но не только в этой точке, надо просто понимать, это не одно направление, где россияне там собрали 10 тысяч, допустим, это несколько бригад, техника однозначно есть, там достаточное количество техники по всей линии фронта от Кременной до Купинска или там от Белогоровки до Купинска. Там больше 100 тысяч российских войск расположено, причем вот такие мозаичные давления они производят практически от Белогоровки до того же Купинска. Просто тройка, она у нас в информационном потоке хорошо подсвечена, потому любые действия в полосе, где третья штурмовая находится, они тут же попадают в информационный поток. Вот то, что говорит тройка, там везде по всей этой 100-километровом ширине фронта. А именно на Боровую почему? Потому что один из в районе Боровой, там переправа через Оскольское водохранилище, через реку Оскол, то есть там хороший подход-выход, и для них очень важно рассечь нашу группировку, отсечь лиман от Купинска. А для того, чтобы потом выдавить украинскую группировку за Оскол, за Северский Донец. То есть с точки зрения логики, конечно, эта логика есть. Основное сейчас боевые действия у россиян происходят чуть южнее, даже не в районе Часовьяра. Там тоже тяжело, вопросов нет. Они сейчас в районе Ивановского давят, Клещеевки, Андреевки. Но там есть механизмы, как остановить. У нас там все-таки высоты. То есть вот это плюсом несколько десятков метров по высоте дает нам фору несколько километров по дальности, и это как раз останавливает россиян, особенно с достаточным количеством вооружений. Основное давление у россиян сейчас на юге, юге Восточного фронта, то есть это как раз район Очеретина, район Карловки и Курахова, то есть пытаются россияне выйти на вторую линию обороны, причем по северу в районе Очеретина они пытаются ее уже пересечь, выйти на трассу Константиновка-Покровск. Это одна из основных задач сейчас у россиян, почему они и давят в основном от Очеретина сразу на запад. Это как раз по гряде, по карте высот это видно, это гряда, которая потом идет вниз в сторону дороги, в сторону Покровска. Потому один из таких основных, конечно, направлений будет Очеретинское, хотя южное направление, если посмотреть на юг, до Угледара. Так вот, от Курахова до Угледара, вот это еще один участок, где россияне будут в ближайшее время проводить такие масштабные, я бы сказал, наступательные действия, потому что туда подтянуты вдоль шоссейки с Волновахина Донецк, где-то в глубине до 15-20 километров уже развернуты резервы российские. То есть они в ближайшее время где-то начнут двигаться, либо в самом Угледаре, может быть, севернее, в районе Константиновки, это уже Константиновки, Угледарская, если так можно сказать, тут еще одна есть Константиновка, то есть в этом районе могут пытаться подрезать сразу и Угледар, и Курахова с юга. Причем движение россиян не прекращается в районе Временского выступа, то есть они на Покровск пытаются зайти и тут же, кстати, окружить и Угледар в том числе, на Покровск пытаются зайти с юга, со стороны Старомайорского и Урожайного. То есть вот это весь такой полукотел, я бы так сказал, такой полукруг фронта, на который сейчас россияне выходят. Перебрасывается техника, мы это видим, большое количество техники, личного состава. Но это ничего нового, то есть это те резервы, которые были расположены где-то на 100-километровой дальности от линии фронта, за пределами поражение, радиуса поражения основных наших ракет, тех же «Хаймерсов» М-31 80-километров. Вот они сейчас их перебрасывают ближе к линии фронта. А раз так, то значит в ближайшее время, то есть неделя-полторы, они скорее всего начнут
какое-то масштабное движение. Но это не будет, конечно, 100-200 километров по ширине. Это будут, опять же, те же 10-километровые участки. Вот как «Тройка» сейчас говорит, на ширине фронта в 10 километров начинается разворачивание российских войск, включая в том числе и технику. Вот такая же техника сейчас подтягивается в районе Волновахи, Донецка, то есть по этому направлению. Россияне сняли часть войск на Харьковское направление с Херсонского и Запорожского, из Подработина там забрали, вот этих морпехов, морскую пехоту как раз забрали, из-под Крынок они забрали, но это только для того, что из-за того, что морская пехота, она мобильна, то есть это высокомобильные части, которые, в принципе, за несколько дней могут перебазироваться на другой участок фронта, что, в принципе, и произошло. Там проскочили 700 километров за 3-4 дня, и, в принципе, они уже появились в районе того же Волчанска и Липцев, то есть на Харьковском направлении. То есть вот весь участок фронта, который вот сейчас есть, он говорит о том, что у россиян не снялось все-таки, то есть у них они продолжают давление на Донецком направлении. Основная задача – выход на границе Луганской, это вот как раз там, где «Тройка», в районе Макеевки и Боровой, на границе, и закрепиться на границах Луганской области, и попытка выхода на границе Донецкой области, выйдя на Покровск, Покровск-Доброполь. Пане Романе, до речі, активізувався фронт, принаймні, за даними аналітиків мапи Deep State. От, власне, ми з вами колись говорили, що від Очеретиного можуть рухатись на трасу до Покровська і, теоретично, може бути під загрозою Торецьк. Якщо ми подивимось, то, власне, в напрямку Торецька ворог просунувся. Дружба Північна. Ось ми бачимо ці зміни. Давно не было, лет, наверное, 10 с 2014 года не было попыток россиян выйти на Торецк. В свое время еще в 2014-2015 году там проводили некоторые мероприятия, как раз стабилизационные, когда проводились выборы, пришлось поучаствовать и в выборах, и как раз это 52-й округ Торецк. И в стабилизационных мероприятиях, вот они 10 лет дали свои, так сказать, плоды, 10 лет россияне не двигались в сторону Торецка. Но сейчас, скорее всего, стоит такая задача выйти в том числе и на этот населенный пункт. Он на высоте, это, кстати, как раз одна из тоже господствующих высот, даже выше, чем Горловские высоты. И вот россияне сейчас, это, так сказать, проба пера, то есть это разведка боем, я бы так назвал, попытку выхода в сторону Торецка. Но там есть механизмы, знаю их прекрасно, есть там механизмы, чтобы купировать россиян. Но там нет механизмов, то есть Торецк не защитится от окружения. От окружения Торецк защищает тот же Часовьярский гарнизон, это Клещеевка, Андреевка, ну это имеется в виду это направление, это с севера. Ну и с юга-юго-запада защищала Черетино. И вот здесь уже есть вопросы. То есть по Черетино мы знаем, мы уже просели, то есть они нас продавили. Потому Торецкий гарнизон, он может попасть в такое полуокружение. Потому здесь надо вопрос решать. Чем быстрее, тем лучше, иначе нам придется уходить с Торецка, уходить на Константиновку. Это уже проседание фронта до второй линии обороны. Ничего хорошего это, конечно, не принесет, придется. То есть фронт может по вторую линию обороны обрушиться. Потому восточное направление сейчас самое опасное для нас. То есть не Харьковское, не Херсонское, не Запорожское, именно Донецкое направление. Вот там по ширине фронта где-то 100-150 километров. Пане Романе, і щодо наших партнерів, Північно-Атлантичний альянс. Ну от Угорщина і Орбан зняли своє вето, і очевидно, що наступним генсеком НАТО буде теперішній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Нагадаю, що Столтенберг 10 років був генсеком НАТО, і 1 жовтня його повноваження закінчується. Як ви вважаєте, чи хороша це буде зміна, генсек? Да, Рютте, по Рютте мы, кстати, с вами проговаривали это еще, по-моему, в прошлом году, когда только вопрос уже стоял по поводу Столтенберга, он будет уходить. А на его место, естественно, оптимальный вариант, это, конечно, Рютте. Они показали полностью, во-первых, и страна, и партия, и сам по себе Рютте показали такое полное участие в нашей борьбе против россиян. То есть к нему вопросов не будет абсолютно никаких. Он полностью в теме военных действий, он полностью в теме
российской экспансии в Европу. То есть он тоже прекрасно понимает, что это экспансия именно в Европу, российско-китайская экспансия. И лучшего, наверное, лучшей кандидатуры, чем Рютте, вот сейчас трудно найти человек, который тут же сходу включится в практически все механизмы натовские по нашему театру воєнних дій. Якщо говорити про самого Столтенберга, який ще є чинним, от власне, генсеком, пане Романе, він сказав наступне, що зараз ведуться консультації щодо того, як діяти і як тиснути, як обмежувати Китай. Мовляв, що Китай і Сі Цзіньпінь, вони дуже хитрі і намагаються всидіти на двох стільцях, і начебто мати хороші відносини з Заходом і далі допомагати Росії, перепрошую. Ну, они как раз и правильно сказали, Китаю не помогает. То есть эти действия, которые помощь России, помогают как раз Китаю. Основная задача у них – помочь себе. То есть они снимают определенные положительные моменты для своего государства и своего пребывания у власти, это как минимум. Ну, а Столтенбергу, вот это то, что он сейчас начинает говорить, это надо было говорить 10 лет назад. То есть начинать с этого, с участия, во-первых, России, видеть развитие событий по Китаю в том числе. Хорошо, конечно, что он говорит, но он уже уходит, потому, скорее всего, ему найдут какую-то должность, но вот эти утверждения утверждать надо было стартово. За 10 лет они бы уже Китай давно в строй бы поставили. Давным-давно можно было бы это сделать, но... Тем не менее, НАТО могло бы этот вопрос порешать, исходя из того, что большинство европейских стран и стран демократических, мировых, как раз в НАТО и находится. То есть запоздалая реакция, но хорошо, хоть пусть позже, но хотя бы она более-менее адекватная сейчас. Надо эту же реакцию и вообще такое видение Китая как-то нарисовать и нашему военно-политическому руководству, чтобы потом не было поздно. Хватит с ними целоваться, с китайцами. Ничего хорошего дружба с Китаем никому не принесла. Никому. Везде, где только Китай встревал, там обязательно какая-то проблема была. Вот посмотрите на Северную Корею, вопросы там по Японии, сейчас по России, Ближний Восток, та же Африка. То есть везде, где Китай просовывал свое мохнатое рыльце, в пушку так называемом. То есть везде возникали проблемы или не заканчивались проблемы. Потому надо четко понимать роль Китая в убийстве наших сотен тысяч украинцев. Роль прямая. Конкретное китайское участие, причем руками России, но с помощью техники китайской. Китайцы, ну, две трети сейчас станков россиянам, то есть они практически под ключ сдают россиянам заводы по производству военной техники. Почти 100% китайской микроэлектроники в российском производстве, и военной техники в том числе. То есть напрямую участвуют, не говоря уже о узлах, агрегатах уровня тех же шахедов, причем модернизации шахедов под прямое управление на китайской базе, на китайских узлах и на китайских платах, то есть технике. Потому что по Китаю говорить? Его уже давно надо ставить на место, возвращать туда, откуда его достал демократический мир. Кстати, та же картина и с россиянами. И россиян, и китайцев сделали европейские и американские демократы. Финансисты, которые влили туда достаточное количество денег, расположили там производство, а китайцы и россияне, это ж, ну, мягко скажем, не люди в смысле отношений в мире. То есть они не люди в этом, мы ж видим их действия. Потому либо пусть забирают, либо пусть похоронят все эти свои инвестиции, но рассчитывается за эти действия демократического так называемого мира Украина своими жизнями. Сотни тысяч украинцев погибли из-за вот таких действий финансистов.
Пане Романе, і по допомозі наших партнерів коротко пройдемося. Франція, каже, представила дрон, називається «Колібрі», вага 1,5 кілограми, може летіти швидкістю 54 кілометри на годину, 80 хвилин в повітрі перебувати і визначати ціль, хороша там радіолокація, і визначати ціль на відстані 5 кілометрів. Також кажуть, що нам передадуть не 36, а 54 вже до 27 року самохідні артилерійські установки RCH-155, от вона хороша, потужна машина, може бити максимально вулкано снарядами Ескалібур 54 кілометри. Там хороша кількість вистрілів за повністю автоматично за хвилину. Хотів би зупинитися більше на Італії, пане Романе, тому що нехороша тактика, мені здається, в італійців по колу оголошувати те, що вони вже оголосили. От вони знову кажуть, що вони там в крайньому пакеті до кінця місяця передуть нам ракети Storm Shadow і систему ППО SAMP-T. Але, наскільки я розумію, ми вже не один раз з вами говорили, що Італія має передати нам Storm Shadow і SAMP-T. Ну, это да, по нескольку раз мы говорим об одном и том же. Ну, итальянцы подают под разным, по разным информационным каналам. Естественно, мы, так как нам важны эти положительные новости, ну, надо понимать, что это одна и та же установка, которая еще не дошла до нас. Это тот комплекс СМТ, который итальянцы забрали у словаков. То есть вот они все готовятся нам их передать. Ну, это же итальянцы. Вы же помните, хороший мультик был «Марио идет грабить банк». То есть, да, примерно в таком же режиме это СМТ на руках наконец-то должны принести нам европейцы, я так понимаю. Или сами нам придется, то есть, слушая все эти рассказки по передачу, самим придется сбегать в Рим и принести на руках это СМТ. Вот такой «Марио с банком». По-итальянски, вернее, украино-итальянски. Ну, а очень хорошая установка. Кстати, вот заметили последнее время, особенно ну, это, в этом тысячелетии, это тренд так называемый уже, САУ на колесном ходу. Разные механизмы, Цезари, Богданы, то есть все на колесном ходу уходят, большинство разработчиков уходят от гусеничного на гусеничной тяге, переходят на колесную. Почему? Потому что важно, очень важно скорость перемещения, то есть динамичные бои. Отстрелялся, ушел, забыл. Вообще оптимальный вариант это арчер. Это стрельба в движении. То есть шведы даже здесь впереди планеты всей. Но это вот одна из таких САУ, одна из, которая, конечно, нам очень сильно поможет, особенно если их передают десятки штук. Они выполнят боевую задачу при заходе уже достаточного количества боеприпасов 155-х. Ну а беспилотники французские, очень много, кстати, французских беспилотников сейчас есть на нашем поле боя. Они тестируют некоторые, то есть работают в тестовом режиме, находят оптимальные варианты, как работать в таком изменяющемся режиме. Россияне пытаются постоянно искать противодействие, то есть и это, вот эта работа меча и щита постоянно идет, и вот французы очень так мощно в нее включены. Некоторые позиции мы сейчас выхватываем, допустим, в информационном поле, а основная работа идет в закрытом режиме. Пане Романе, дякую вам за це звернення. Оголошу про збір, який ми вже продовжуємо його втілювати разом з вами. Це розіграш автомобіля BMW 530 за донат на Збройні Сили України. Ціна збору 10 мільйонів гривень на FPV-дрони для батальйону «Арарох» 24-ї бригади та 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла 67-ї бригади. Умови розіграшу прості. Дивіться, донат від 500 гривень на Монобанку дає один шанс. Більше таких сум кратних 500 гривень, більше шансів. Розіграш відбудеться, коли не збирається оголошена сума в 10 мільйонів гривень. Кожен може долучитися. Давайте, ось маєте QR-код. Будь ласка, зазнімкуйте. Донатимо не обов'язково 500 гривень. Не всім потрібно BMW, розуміємо. Та головне – це придбати FPV-дрони для наших оборонців. Пане Романе, ще раз вам дякую за це зведення. Нашим глядачам нагадаю, 19 червня сьогодні. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашим щоденним воєнним зведенням.